Я делал дават и поклонялся дополнительно, но время от времени срывался и смотрел порнографию. Эта привычка у меня где-то 10 лет. Когда я вижу подобные вещи, то я как будто другой человек и забываю о религии, и не могу оторваться. У меня очень сильная привязанность. Я постараюсь больше не возвратить в дальнейшем. Вопрос. Те деяния и дават мне запишут ли? Или они стерты? Или плохие деяния стирают хорошие именно в судный день, если не покаяться? Я много трудился и не хочу, чтобы мои деяния были тщетны из-за харамных взглядов. Брат мой, оставь это харамное видео, будь это порнография или другие фильмы. Вспоминай перед тот день, который ты стоишь перед Аллахом. Мы же не знаем, что с нами случится. Может быть, землетрясение, может быть, авария, что-то не было. Именно этот момент, когда ты порнографию смотришь, и случилось это землетрясение, ты умер. Поэтому перед Аллахом как ты станешь? Не успел покаяться. Это вернись к Аллаху, субхану ва тааля, оставит харам. А так, кроме ширка и куфра, полные деяния не стирают. Грехи, может быть, некоторые уменьшают, но полностью деяния не стирают, кроме ширк и куфр, Аллаху Аалям.